женский. Это, я поздравляю науку, редчайший случай. Присылает такую информацию. Выведенная косточковая культура отличается высокой зимостойкостью, может выдерживать до 40 градусов и урожайностью с одного дерева 30 килограмм, говорится в сообщении. Это Урал. А теперь на Урале там мои живут абрикосы, маньчжурские, правда, добавляю в скобках, гибридные, то есть не чисто маньчжурцы. У доктора, у директора института Ваулина, знает его и знакома лично наша Ирина Александровна Савельевич. Вот. Если получали диплом о повышении. Вот. Это ее характеризует. Тут же рядом исполняющий обязанности директора института, представляете, получает диплом о том, что он прошел обучение на повышение, или как там, диплом о повышении. Она студентка набралась на... приехала, все там вместе с ними прослушал, и у меня есть фотографии, и такой же диплом вручили. Директор и студентка. Вот. Нормально. Так, идем дальше. И вот она фотография. Я поздравляю ученых. Вот, действительно, прекрасные плоды. Но, ребята, все испытывается временем. Это, говорю я, на основании 38-летнего опыта. Не считая того, что я действительно этот еще потомственный садовод, кроме того. И теперь, что будет после того, когда вот после этой зимы? Вот посмотреть бы, сделать выводы, допустим, живы, какой после этого урожай будет давать, какие на них раны, вообще не погибнут ли. Вот. А пока это выращивали, может быть, в это время уже корневые шейки подгнивают. Ведь вот эта дама, вот эта вот, она же понятия не имеет, она на всю Россию, вот это вот, позорится. Она же не знает, что она сидит в яме, и в этой яме сидит дерево, и вот этот гнойник, уничтоженная кора, фактически дерево уже уничтожено, ну, давайте здраво. Да, она замазала, вот это вот здесь она замазала, допустим, живицей. То при других условиях могла бы спасти. Но извините, она же не сказала, чертовой матери убрать вот эти все перегородки, вот, чтобы был сюда это, чтобы не копился здесь снег и вода талая. Ну не знает она. А у нас еще нет такого, чтобы, допустим, уже следующее, допустим, все же знают, что существует железовская теория, все знают, что существует. Что для меня создать альтернативу. А почему мне следующий не показать фильм уже, допустим, ну, где снятый? Да в моем саду. Приехала бы та же съемочная группа. Мы же как делали? Мы там 10-20 приезжали с Красноярска, из Кемерово. Мы делали 10-20 фильмов. Ну, коротких, по 10 минут, по 20. Вот. А потом они показывали. Вот такие бы нам показывали, и там было бы наоборот. А потом сказали вообще, вы знаете, вот мы вам показали классическое, а вот мы сейчас показываем это. И есть человек, которого этого рекорда, чуть ли не мировой по урожайности абрикосов. И он же утверждает, что вот это вот надо делать вот не так, а вот так. Вот. Но этого же никогда не будет. Потому что вот она истина. Сгноим, но это, ну, тот же принцип. Все пропьем, но флот не опозорим. Вот такой же принцип. Сгноим, но не настоять будем на своем. Когда те дебильные фильмы сняли, ведь никто же не извинился потом за ту дырь, которую научили сотни тысяч садоводов. За тот дебилизм. Идем дальше. Я не могу по-другому говорить. Мы с вами дошли до сюда. Так. Земляк украинец. Тезка Валерия, я с вами не прощаюсь. Я надеюсь, это начало большой дружбы. Тем более вы мужественный человек. Вот он. Вот он. Эх, Академия. Когда-то это, насильно Сталин внедрил ваши ряды простого этого агронома, Лысенко, простого агронома. Вот, жрали.
И сожрали, отменили вегетативную гибридизацию, все отменили. Хорошо, в то время уже не расстреливали. Вот. И отправили, и с тех пор тишина и покой. Вот. Ну и небольшие удачи вот такие. Вот. Но это не прорыв. Но я все равно даю должное, поздравляю.